Хей, йога, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands The Press Sequel. Долце. Ту-ту-ту-ту-ту, короче. Давайте мы... Так, нам Нексус, да, нужно? Как раз туда и нам нужно сходить и сдать еще два задания. Еще немножечко, и мы с вами апнемся до next level, 31-го. Блин, ну враги очень сильны. Взять того же босса, которого мы убили. Воспользуйся главным ключом, возьми, зачем мы пришли. Так, нет. Оу. Новый уровень безбашенности, аж 2 целых. Так, перезарядка оружия, опта. А, перезарядка, так, урон в ближнем бою, урон на гранат, точно максимум здоровья. Перезарядку лучше увеличить. Урон в ближнем бою, задержка заряда, перезарядка, урон на гранат, шанс стихийного урона. А, заряд... Так, задержка заряда. Что мне нужно сделать? Сразу берем, где у нас все здания. Так, это... Шалалат, бери, 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 бери. Так, сначала вернуться к этому парнишке. Отлично, давай их мне. Ты посмотри, посмотри на все эти великие подвиги. На эти важные, чудесные, восхитительные, соблазнительные, вкуснейшие. Подвиги. Я должен вырнуть из себя каждый из них, и они мои все исправить про меня. Меня! Меня! Я огромный! Большой ж тебе! Я такой большой и важный, что у меня даже есть слабое место! Цель в слабом месте этого кретина. Только так это... Я такой прокачанный. Даже мое слабое место прокачанное. Мне типа нужно выстрелить у него. Ладно, давайте. Видишь, каким я стал большим? Ладно, лучше с пистолетом. Я здесь самый большой. Нет, нет, нет. И что здесь? Я сдаюсь. Так, задание выполнено. Ты не понимаешь, что творишь? Так, торопить вас понятие, нормальный дух, а ты сказать так, трофей хорошо. Ну, лучше автомат продать. Так, все хорошо, мы апнулись. Найти Спрингс. Так, здесь монетки. Здесь нифига там, да, походу? Ага. Как дела, тебе нужен... Так, обработан 1D, поэтому маленький стимулятор. Так, все готово. А насчет сейчас прокачки, мы прокачаемся. Не, это мне предлагает сейчас... Вернуться, подождите, подождите. Тебе 200 камней, да, нужно? Так, блин, что они действительно, это очень мало дают опыта, очень мало. Наверное, нужно будет в следующий раз смотреть, ну, рекомендованный этот, блин, как он называется, уровень для прохождения. Ну, блин, ну и так, в принципе, нормально. А ты не лопнешь? Друг, друг, где сила? Хочу. Один Д нравится. А теперь Орбатрон. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха, Орбатрон. Что? А, дать Орбатрон.
Так, вы помогли один ТТР осуществить все его мечты. Вам повезло. Пипец, мало опыта. Вы чё, гоните? Да, это жестко. Это реально не круто. Хорошо, давайте прокачивать. Я вот это, да, решил так, навык создать. Или вы это бросаете всех ближайших врагов? Нанеся урон холодом во время действия, так вы получаете урон... Лето, каждый уровень короткое. Лето снижает время восстановления активного навыка. Так, мне нужно вниз спуститься. Так, ладно, мы здесь, мы около тюрьмы. Обнаружен главный ключ. Все программы и замки устранены. А, приятно. Блин, блин. Никакого блина. Никакого блина. Я... Ты не видишь, что творишь. Давай, бери блестяшку. А ты меня не заключишь потом, а? Пипец, ты огромный. Ну, модификатор я лучше возьму. Он подороже выйдет. Блестяшка теперь моя. Что это за мой исключенный Эйч? Что за урод? Ах да, это самая жуткая вещь во всей системе. Его ни в коем случае нельзя отпускать. Оу. Опаньки. Ради этого, когда я готовил риску всем, готов отправляться в преисподнюю. Более того, я так и сделаю. За ним лезть. В ту дырку. Так вы головы. И куда это нас приведет? Я не знаю. Просто верни мою блестяшку. Так, если у нас такой уж поворот повернулся, давайте, наверное, пойду наверх. Так, у меня что вообще по рюкзаку? Ой, ладно, нормально. Хотите, можем вообще вер... Ой, стоять. Задание появилось. Смотрите-ка. А ну, погнали за заданием. Борец какой-то. Так, и помогите за... так. Закутанному в плаще борцу с преступной спасти даму. Та-та-та! Привет! Я... Та-та-та... Исправляйте нарушения и нарушителей прав. Мне нужен тот, кто поможет мне драматически спасти одну даму. Ты со мной? Ну, я точно приложу все усилия. Великолепно. Мой заклятый враг Рекс Грузчик похитил прекрасную даму в беде и принял так негодяй. Мы должны ее спасти, тем самым заслужить ее вечную благодарность. Конечно, нам, героям, на такие вещи плевать. Хм. Так, главное уже координаты твое эхо. Так, идите вместо это на что за место? Кластер. А, вершина. Так, давайте мы с вами вернемся в самую первую локацию. Конкордию. Мы быстренько пропададим все вещи и как раз посмотрим новые внешности, которые нам дали. Мы же там много получили их. Там новые маски должны быть еще. Да, DLC, конечно, такое тяжелое по прохождению из-за того, что... Так, ладно, сначала продам. Продать. Так, поехали. Давайте сначала облик. Так, она здесь. Дорогие вещи. Мой любимый цвет. О, фиолетовый охерительный. Нуар. Кстати, королевы.
Блин, знаете, мне понравился... Где он? Нуар, кажется. Давайте нуар и маску. Да, пускай будет это. Я думал, почему-то нам маску дали. Так, сразу и задание. Кластер. Пандора. Два задания у нас там. Заброшенный пустошь у нас еще задание появилось. Давайте, короче, отправимся. Ребро. Иха еще задание есть. Так, оружие, конец. О, там фиолетовое оружие вообще дадут. Так. Та-та-та. Нам нужно в Пандору отправиться. Кластер Пандоры. Там два задания возьмем. И попытаемся их выполнить, как раз у нас время есть. По сюжетке я сейчас не могу пойти из-за того, что там враги выше уровня, чем я. То есть они меня легко убьют. Допустим, я даже еле выживал на той битве с боссом. Поэтому как-то так. Лучше быть хорошо подготовленным, чем слиться. Перионская турель, которая висит в воздухе. Кайф. Бац. А, так у них такая способность телепортации есть. Нифига себе. Вот эта громила очень опасная. С ним лучше не связываться. Не стреляй, я не убегай. Я хотел тебя... на тебя прыгать. Прости, ну, просто прости. Он меня только что убил. Нафиг ей. Взял на меня, прыгнул, убил. Это первый босс, помните, из первой части? Так. Так, окраска в розовый цвет. Минакс хочет стать проблемной частью вспоминателей железяки и просто вас о помощи. Трудно сказать в просьбе вооруженному собеседнику. Я восстанавливаю о довольно сложных периоде в истории железяки, и он не позволяет мне так, так и счастливые воспоминания, которые не пытаются убить все живые. На Пандоре система меня интегрирует. Разумеется, Пандора двигатель прогресса. Прежде чего я хочу займиться свою огромную турель смерти чем-то явно великим и дружелюбным, а не стрелепительным. Ты знаешь, что если бы еще более было круто, если бы ты стрелял не пулями, а пузырями. Дай-ка я округлюсь, так, они намного мощного средства. А, здесь кольцо, это здесь. Хорошо. Да, они телепортируются ко мне, эти херни. Вниз спустился. Жесткий, жесткий. Мод. Воу-воу-воу. Вот это красиво. Мини-торнадец. Gotcha!
А, так оказывается, они просто телепортируются прямо ко мне. Тогда все ясно. Тогда все прекрасно, ясно и понятно. Так, фиолетовая пушка. Так, кольцо. Взять мощное средство. Он же хотел пузырьками, да, стрелять? Так. Не, на самом деле не ожидал, что меня робот типа этот убьет. Супер! Все необходимое на месте, так, найдено. Давай пускать пузыри. Но сначала взгляни на это. Беги, беги, включай убийственную турель. Самое дело, прошу тебя уничтожить ее. Ой-ой, прям любая атака, да? О, это будет так круто. Давай все это добро. Прицепим это все дело. Ну почему-то остальные части меня настолько красивы. Я по крайней мере ужасный так. Красота, ты понимаешь? Так. Бочку с красной пушкой. Куда затолкать, ты говоришь? Вот так, вперед. Осталось немного, не останавливайся. Почему мне кажется, что меня где-то хотят обмануть? И почти на месте. И мне опыта вообще за это мало дают. Вау. Направь эту штуку в мою сторону, безумный маньяк, иначе я пересажу твои под программы в режиме убийства. Ха! Протокол тебе. Нет. Серьезно, прицелься в меня. Супер! Теперь давай. Это идеально! Ой, стой, погоди, ай-ай. О боже, включилась моя боевая программа. Задержки их, пока ее отключаю. Так они мне ничего не делают. Вот эти железяки мне нравятся. А, пускай моя ульта их убивает. О, мерзкая мерзкая, я не могу стать полностью так уничтожить мои турели. Но как только ты начнешь это делать, моя боевая программа снова включает, и тогда снова пытаюсь тебя убить. Ха-ха. Ой, я открою первый образ, ну тогда начинай стрелять и постарайся не убить. И погибнуть. Турели с другой, да, стороны. Где турели?
Камон. Можно турели высвободить? Почему я не вижу турелей? Турели сейчас должны были выйти. Сломатый DLC, я понял. Ладно, погнали дальше. Как мне далеко бежать? Короче, просто по прямой. Так, модификатор. Там пистолетик возьму. А, это я вспомнил это место. Хорошо. И где он в самом конце? Да. Я не хочу с ними драться. А, класс, 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 класс. Мне просто намекают. Топи пизда, миссия не выполнена. А я не помню, как их там отменять, эти миссии. Мне не нравится то, что тут топоры телепортируются. Да ёлки-палки. Почему так далеко находится подбор вещей? Выключенные под программу. Эй, йоу, йоу, сюда не хочешь помочь? Печеньки? Печенька, печенька. Приключение Чипаса сбором данных. Так, настоящий риск спуститься в таинственные глубины и найти скрывающее во тьме зло. Мы с парнями типа присматриваем, зарабатываем в нашей жизни, выкипывая сочные кусочки данных из нас. Из носителей. Конечно, нам тут не место, но такая работа. Я тут как-то... Так, психоватая тварь, пытаешься приготовить из нас обед. Ты не в порядке, за себя посмотри, можешь. А, не хочешь оказать нам огромную услугу? Давай это... твари по заданию. По задницам. А, это любопытно, но... Черт, серьезно? Круто! Иди по следам из крошек, он ведет тебе туда, куда нужно. А вот где вообще был проход. Это свет оставил стикер D. Так,
Посмотри все свет дня. Я был лучше своей партии. Я буду по тебе скучать. Я слышал, если найти там какие-нибудь файлы, сделает одолжение, принеси их мне. Эй, держи оружие наготове, оно точно тебе понадобится. Так, файл с данными, предмет приключения чипа со сбором данных. Возьмите любопытный подарок, часть личной информации. Вот это отсюда что вылезет, да? Похоже, ты уже близко, а теперь у тебя есть выбор, либо подготовиться, либо сдохнуть. А, вот это да. А, конец пути, да? А, наверное, меня там скинет Рди, получил смертельный укус. Так, значит, сектор, тогда ты спрятал предмет. О, какой робот, секси. Так, что у нас по оружию, сразу проверяем. Так, все это наготове. Стой! Частная собственность, красные файлы плохо, зачем ты здесь? Тыт. Капец он выглядит. Какие могут быть приключения, если с тобой ничего не приключается, верно? Так вот, что передаю мою команду с едой. У тебя мерзкие приспособления в еде, приятель. У нас есть право. Печенька, красные личные файлы за деньги. Нет права. Хотите взорвать что-то? Взорвать так, вкусные воротные. Ну слушай его, у парня есть право на труд, верно? Это дверь убийцы. Так, убить стыд, убить добычу данной печеньки. Так, так, так. Давайте пойдем убьем печеньки. Потому что это ж по сути часть этого, железяки. Это часть железяки. Так, убить стыд, убить. Короче, сейчас это меняется, мы убиваем их. Эй, приятель, я без оружия. А, меня тоже задело. Не волнуйся, парень. Я хочу большему такому молоку. В небесах. Я не знаю, на самом деле, кто был прав. Ну, я выбрал почему-то часть самого железяки. Бля, нужно было, знаете, что прочесть, что здесь пишут. Так, чипс вас спустится в шахту, данные ее знать, кто убивает его их рабочих. Вы раз и навсегда раскрыли тайну, пожирающей печеньки создателям. Ты хорошо давай каждой печеньке. Их не остаться. Ты никого не говоришь, что видел здесь. Хотя нужно, наверное, было тебя грохнуть. Все, ребята, получается, у нас все залагало. Хотя можно, знаете, что сделать? Сейчас покажу. Ай, тихо. Короче, возвращаемся к тому роботу.
Что с турельками у нас? Не понял. Что за фигня? О, наконец-то смог схватиться. Надеюсь, я правильно сделал. Хотя, блин, нужно было, наверное, печеньки не убивать. Короче, что мы делаем? Возвращаемся самый назад. А, вот там она смог, все вижу. Возвращаемся самый назад, я выхожу просто с игры. И перезахожу. И, скорее всего, у нас все будет нормально. Так, сюда. Так, кластер Пандора. Так, отлично. Возвращаемся. Ты пушки свои так и не открыла, да? Да, не открыла. Короче, делаем выход, сохраните выйти. Я хочу выполнить эту же миссию и все. Продолжить. Оружие шкаф с самым вместительным магазином. Третье до упадку. О, все, да, заработало. Турельки начали атаковать. Ну смотрите, эти типа атакуют их. Или железяки атакуют друг друга. Ладно, поехали. Пипец, быка разносят. Так, безбашенный бык за мной, да, идет? Все? Так, готово. Давай, давай, давай. В смысле, я по тебе не попал? Пипец, ты уворотливый. Так.
Давай еще две слова. Какая несправедливая насилие. Спровоцированная. Мысли. О, попал. Осталось всего одна. Да, хорошо. Осталось трэпов убить. Уф, спокойно, спокойно. Так, мне к тебе, да, нужно залететь? А, спасибо тебе, я стал счастливым воспоминанием и смогу не триггеровать в системе так. Железяка больше не будет меня стыдиться. Ну, в принципе, мы помогли сделать то, что нужно было, да? Поэтому можем возвращаться. Да? Или стопэ, нам нужно на вершину, да, сейчас сходить будет. Емкость щита, урон ближнего боя, скорострельность, урон гранат, шанс стихийного урона. Скорострельность. Нам получается... Так, где? Тити, Нексус. Мне нужно вершинам. Давайте тогда на этом закончим, в следующей серии продолжим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.